для чего Азербайджан заходил на эти территории? Какая у него могла быть цель? Вот взять кусок дороги, которая ведет из Армении в Армению. Зачем? Чтобы там, я не знаю, травы собирать? Чтобы там что делать? Чтобы двигаться 100 метров в эту сторону, а потом 100 метров обратно? У того, чтобы забрать кусок дороги, там квадратный, не квадратный, а погоны, да, метр даже этой территории, может быть только одна цель. Это давить на армян этим способом, использовать эту дорогу как предмет давления армян. Другой на армян, на армян Армении в данном случае, другой цели у захвата этой дороги не могло быть просто. Она больше ни для чего Азербайджану не нужна. А ехать по ней. Понимали, что... Азербайджан, я не знаю, что понимали власти Армении, но с самого начала, как только они взяли вот эти вот территории, вот эти вот дороги, какие-то другие территории на границе, совершенно очевидно, для чего они это будут использовать. А для чего еще они могут использовать? А для чего еще они эти территории взяли? Для того, чтобы давление на армян оказывать. И это будет происходить все время. К этому надо было быть готовыми, надо сейчас быть готовыми. Власти Армении. Я думаю, что власти Армении не очень много способов этому противодействовать, и не очень много козырей, скажем так, после проигранной войны, козырей в руках. И каким образом можно было влиять на такого рода передвижение? Было заявление. Но неважно. Они зашли туда, куда могли зайти, и взяли столько, сколько могли взять. Иногда могли и захотели тут одно и то же. Это во-первых. Во-вторых, азербайджанцы говорят, мы выходим на границу Азербайджанской ССР, какая она была. А где эти границы проходят? Это Аллаху ведомо, и вот тому, что опять же по неизвестной мне причине называется и в армянской, кстати, в азербайджанской прессе GPS. Причем здесь GPS не знаю, но карты Генштаба, да, реально, которые есть, они трактуются азербайджанцами таким образом. В некоторых местах даже и этого нет. Некоторые территории, которые Азербайджан занят, они никогда ни по каким картам Генштаба не принадлежали Азербайджанской ССР. Неважно. Азербайджан эти территории берет. Сопротивляться этому, мы видели, как этому сопротивляются. Заходит вооруженный отряд, и с ним, с этим вооруженным отрядом беседует какой-нибудь гюгапет, сельский староста, или какой-нибудь пастух и так далее. Да? Почему так? Понятно, почему так. Потому что, можно, наверное, в ответ выслать свой отряд и противостоять этому, и будет там какая-нибудь перестрелка. Во что эта перестрелка выльется, если учитывать современное состояние армянской армии, современное состояние азербайджанской армии поствоенной. Да? Вопрос, по-моему, достаточно ясный. Да? Соответственно, происходит то, что происходит. И думать, что Азербайджан эти возможности будет использовать для чего-нибудь другого, кроме как давить на армян, мне кажется странным. Что Азербайджан хочет? Глобально, не только в связи вот с этим конкретной вещью, но вообще все это давление, от давления дискурсивного, эти бесконечные заявления Алиева о том, что карабахский вопрос решен, там, я не знаю, какие-то троллинги какие-то, которые постоянно раздаются. Зангизур – это исторический Азербайджан. Да, вот это вот подростковая всякая риторика. Это все от этого до работы на международных различных площадках и до давления, которое оказывается на земле, что называется, путем всякого рода вооруженных акций. Хотят они договора. То есть они хотят бумаги, которую можно будет подписано между Арменией и Азербайджаном, которую они смогут предъявить в Азербайджане, а может быть еще где-то, как признание территориальной целостности Азербайджана, включая территорию Арцаха. Нынешнюю территорию Арцаха. Нынешнюю территорию, да. Это они хотят. И коридор. Опять же, тоже слово, вокруг которого много копий ломается. Под коридором я имею в виду дорогу из основной материковой, так называемой, части Азербайджана в Нахичеван и далее в Турцию, через территорию Армении,
который через юг, да, который, безопасность которой и охрана, которая будет осуществляться не армянами. То есть она будет обладать некоторыми признаками экстерриториальности. Вот сейчас основные азербайджанские стремления, они в этом находятся. Ну а дальше, ну так сказать, посмотрим эти их аппетит, он может увеличиваться во время еды, как это обычно бывает. Ситуация такая, которую вы описывали, она была с окончания войны. Ну хорошо, но можно сказать, что с начала 2000-х, когда Азербайджан немножко встал на ноги после того своего поражения. Перестрелки на границе были все время. Время от времени возникали эксцессы более серьезные. Да, это были диверсионные акты. Это, мы помним, как вертолет был подбит. Иногда это выражалось в более серьезные акции, как то эксцессы, как угодно, да, как то 2016 год. В 2014 году было серьезное столкновение, потом в 2020 году, я имею в виду Тавуш, а не войну, которая была, не 44-летнюю войну. Это было все время, граница просто была в другом месте. И те сводки, которые до нас доходили, они до нас доходили не из Гориса и не из Капана, а они до нас доходили из Мардакерта или района Горадиза и так далее. Там еще есть структура. Население разное, та территория, которая... Да нет, не было той плотности, она, не было той плотности и так далее. Время от времени были на Нахичеванской стороне столкновения. Постоянно там тоже происходило с азербайджанской стороны, я имею в виду с Нахичеванской, подготовка, и строили соответствующие дороги, и укреплялись эти территории приграничные и так далее. Это все время было. В этом смысле ничего не изменилось. Почему? Потому что карабахская проблема как существовала, так и продолжает существовать. Стало хуже для армян, в том смысле, для армян и Армении, и НКР, да, в том смысле, что это все стало гораздо ближе, это передвинулось на сотню, иногда больше километров в сторону Армении, да. Это изменилось, но то, что там происходит, это примерно то же самое, что и было. И пока карабахский конфликт существует, проблема пленных, она не в тех размерах совсем, как это было, потому что прошла война. Но и до этого азербайджанцы попадали люди, когда в плен, это иногда заканчивалось ужасающим совершенно образом. И сейчас это так. То есть степень изменилась просто потому, что прошла война, а в том, что происходит, ничего нового нет. У Азербайджана как была, так и есть цель давить на армян с тем, чтобы добиваться своих целей. О том, что война будет обязательно, ну обязательно я бы не сказал, что она возможна вот прямо сейчас. На сегодняшний день широкомасштабную войну я бы не думал, что это реально. Но вообще, конечно, опасность войны есть, она была до этого, она иногда была меньше, иногда была больше. То есть опасность Третьей Карабахской войны есть? Опасность Третьей Карабахской войны, да. Ну, тогда это была опасность Второй Карабахской войны. Иногда ее там сразу после Первой войны и до начала широких вот этих серьезных нефтяных проектов до эрдогановской Турции, в первый период эрдогановской Турции, с меньшими азербайджанскими деньгами и так далее, ее ожидать можно было с меньшей вероятностью, но чтобы исключить полностью эту вероятность, нет, никогда так не было и сейчас не знаю. Но первая часть вашего вопроса, которая имеет непосредственное отношение к нашей беседе, да, я сам так говорил. Все зависит от временного периода. Действительно было время, когда Азербайджан не был готов к войне. И когда ситуация была таковой, что широкомасштабную войну представить было сложно. Но потом начало приходить время, когда Азербайджан, ну,
применял довольно серьезные усилия. 16-й год очень много чего показал. Вот то, что было до 16-го года и то, что было позже 16-го года, наверное, нужно делить. 18-й год много чего. Он изменил ситуацию в Армении. 18-й год, я имею в виду революцию, приход к власти новых людей и смену некоторых ориентиров в армянских элитах и в обществе. Да? То есть ситуация менялась. Она не поменялась за один день. Она не поменялась резко. О, я не знаю, трудно мне сказать, можно ли было этой войны... Вот я не думаю, вот давайте так, я не думаю, что этой войны можно было избежать. Потому что Азербайджан к ней готовился по-серьезному, начиная где-нибудь с середины 2000-х, нулевых, там где-то с 5-го, 6-го года. И он готовился к этой войне достаточно серьезно. Но она могла бы быть по-другому, если бы все эти обстоятельства не сошлись, которые сошлись тогда, да, вот в прошлом году. Она могла быть отложенной. Она могла бы закончиться другим образом. То есть это была ситуация, которая постепенно вызревала, которая постепенно меняла реальность, а армянское общество оставалось в предыдущей реальности, оно воспринимало ситуацию в значительной степени мифологически. Не только общество, в смысле люди на улицах, но и элиты, но и люди, которым об этом нужно думать по должности, и аналитики, кстати, и так далее. То есть это не было такое, что вот шло-шло-шло, потом бабах, и сразу все стало ясно. Я помню момент, например, когда мне лично это стало ясно, когда я стал понимать совершенно четко, что война будет, и она будет достаточно быстро, это было после тавушских событий. Вот после того, что случилось тогда в Азербайджане, кстати, а не на линии соприкосновения, после этого я понимал, что вероятность этого чрезвычайно велика, давайте так интеллигентно скажем. Но реальность эта, она не изменилась сразу, она менялась постепенно, и были периоды, когда то, что вы говорите, было в значительной степени правдой, а потом это становилось правдой все меньше, 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 и дошло до того, до чего мы дошли. А отреагировать не смогли. Если раньше на Южном Кавказе, за исключением Грузии, по-настоящему серьезной силой внешней, такой крупным актором была Россия, то теперь их двое, Россия и Турция. Ситуация изменилась, и Азербайджан может заниматься комплементаризмом в таком армянском духе, прошлом армянском духе, да, в котором время от времени можно позволять себе то, о чем вы говорите. Но есть и теперь азербайджанцы, они в этом смысле армянизируются, в том смысле, что они превращаются в армян времен победы. Вот это вот шапкозакидательство, вот это представление о своих возможностях, оно выходит на поверхность. Что раздражает внешних игроков, оно раздражает и Россию, представьте себе, Турцию тоже. У меня, я не могу об этом говорить, там, называя там, какие-то имена и даже факты, но, в общем, я встречался в своем взаимодействии с турецкими коллегами, я встречался с таким раздражением тем, каким образом Азербайджан себя ведет в последнее время. Есть это. Но я бы не стал это переоценивать. Вот насчет глубины этого, ну хорошо, но всем все понятно, и в России тоже всем все понятно, и хотя Азербайджан раздражает, но делать из этого какие-то сверхъестественные выводы, там, как это обычно вот обсуждается в, я не знаю, в Фейсбуках, там перекидываться с одной стороны на другую и начинать какие-то сверхдействия по этому поводу, конечно, Россия не будет. То, что делается сейчас, делается между Россией, Азербайджаном, Арменией, там, Нагорным Карабахом и так далее, что турецкие интересы здесь напрямую или обосредованно обязательно есть. То, что взаимодействие это происходит с расчетом на то, что турки на что-то согласятся, а на что-то не согласятся, этого просто не может не быть. Это, повторюсь, я не знаю в какой форме, но это, в общем, не очень интересно. Но какого-то... учитывание позиции Турции и готовность или неготовность Турции на некоторые шаги – это часть той игры, которая идет сейчас.
ты более склонен к тому, чтобы взаимодействовать, когда твой соперник или твой визави, или твой, я не знаю, контрагент обладает ресурсом, а никогда он этим ресурсом не обладает. Ты с той страной, с тем контрагентом, который обладает большими ресурсами, ты вступаешь во взаимодействие, и ты готов на некоторое взаимодействие просто потому, что ты с ним сидишь за столом переговоров, и у него есть какой-то ресурс. Когда у него этого ресурса нет, ты обладаешь большим, ты обладаешь большим желанием на него давить, а не разговаривать с ним, ну пусть не как с равным, а как с твоим партнером, да, по переговорам. Вот сейчас ситуация такая. После этой войны еще больше слился турецкий интерес с азербайджанским интересом, и Армения гораздо сильнее ослабла, и у нее гораздо меньше возможностей за этим столом что-то предложить. Ибо, когда ты ведешь какой-то вот такой процесс, у тебя должно быть что-то, нечто, что ты можешь отдать взамен на то, что ты можешь получить. У нас очень мало того, что можно отдавать взамен. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!